Открытые пространства, хотя стоит заметить, что первых гораздо меньше, да и оказались они весьма невеликими. Впрочем, сей факт понятен, ведь в разработке использовался движок Q3, который пока никому не удалось заточить под Auto. Что касается детализации миров, то они впечатляют. Имперские базы, ремонтные доки, кислотные реки. Качество текстур очень неплохое, и окружающая обстановка действительно живет, подкидывая игроку задачу за задачей. Действительно, геймплей, помимо стандартного бездумного экшена, постоянно перемежается с ситуациями, когда необходимо хорошенько исследовать область, чтобы понять, каким образом продвигаться по уровню дальше. Игра Jedi Knight 2 получилась лучше, чем большинство предшественниц этой серии. А все дело, возможно, лишь в наличии в игре функции Bullet Time, той самой Макс Пейновской, и возможности клепать моды к игре сотнями. Да что и говорить, вокруг игры Star Wars Jedi Knight 2 уже поднялся ажиотаж. Первая четверть просторной игры в 24 уровня посвящена хождению Кайла в личине простого смертного под женской пятой. И уже эту часть одолеть совсем непросто. Ну а как только он возвращается в лоно джедаев и начинает идти по пути своих обидчиков, тут начинается самое интересное, поскольку Кайлу придется использовать все четыре мощи, присущие джедаю для воздействия на окружающую действительность. Ради этого стоит попотеть и претерпеть все неувязки и массу загадок, подготовленных разработчиками. Игра позволяет использовать вид как от первого, так и от третьего лица. Приоритеты разработчиков относительно этих двух режимов оказались действительно оптимальными. Бластерный экшен более играбелен в режиме от первого лица, а фехтование лазерными мечами от третьего. Помимо же отстрела вражин, Кайл может использовать различные применения силы. И более того, должен, ибо в игре встречаются узкие места, пройти которые без использования силы невозможно. Этих самых сил, присутствующих в игре, всего четыре. Первая — сила отталкивания, дает возможность передвигать и разрушать некоторые предметы и стены. При наведении на них прицел превращается в синий двойной водоворот. Потребляет очень мало энергии. Вторая — сила притяжения. С ее помощью можно выдвигать из стены различные блоки, притягивать к себе предметы. Такие предметы и объекты также обозначаются двойным синим водоворотом. Третья — сила скорости. Дает возможность кратковременного быстрого передвижения. Потребляет очень много энергии. Четвертая — сила прыжка. Действует практически постоянно, потребляет минимум энергии, увеличивает высоту прыжка. Для восстановления растраченной энергии необходимо немного постоять на месте. Совмещая и комбинируя все эти силы, можно творить невероятные чудеса, тем более, когда у вас в руках будет меч джедая. Нельзя сказать, что в игре мало стандартного огнестрельного и энергетического оружия. Существует порядочное количество различных стволов, однако в начале игры придется довольствоваться всего несколькими моделями, самыми простыми и, возможно, самыми эффективными. Заметьте, что каждый ствол из присутствующих в игре может стрелять в двух различных режимах. Кроме того, игра предоставляет в пользование термальные заряды, эдакие гранатки небольшого радиуса действия, мощную взрывчатку и лазерные мины, удобные для обезвреживания самой разнообразной живой и неживой силы противника. Помимо арсенала, имеется у Кайла и инвентарь с возможностью воспользоваться такими полезными штуками, как бинокль, очки ночного видения, генератор защиты и прочее. Искусственный интеллект разработан достаточно хорошо. Белые имперские солдаты частенько лезут на перерез, но чаще всего прячутся за особенностями ландшафта, ведя прицельную стрельбу. Офицеры обожают блокировать двери помещения или прятаться за углом с пистолетом наголо, успевая сбить процентов 10 жизни перед смертью. А левитирующие дроиды, более серьезный противник, активно используют неравномерное ускорение полета, также стены и дверные проемы в качестве защиты от бластерных разрядов Кайла. Графика, как видите, великолепна, продумана и мало чем уступает предыдущим играм, выполненным на основе движка Quake 3. Фактически действие разворачивается в сумраке и полумраке, исключая уровни, когда Кайл приходит вернуть себе свой меч джедая. Джордж Лукас, действуя согласно канонам кинематографии, выставляет каждую сцену так, как это делается в фильме. Если уж надо с кем-то сражаться, то обязательно в темных казематах, а если на свежем воздухе, то непременно под небом, затянутым грозовыми тучами или подернутыми ядовито-желтой дымкой. Выглядит здорово, но единственный минус в этом — подобное освещение отнюдь не благоприятствует поиску лазеек, через которые надо протиснуться или пройти. А по большому счету, графика игры выполнена точно, с максимальным правдоподобием того, что разработчики понимали под архитектурой будущего. Впрочем, все это вы уже не раз могли видеть в различных частях фильмов «Звездные войны». В общем, Jedi Outcast удался.
Во многом эта игра из ряда вон выходящие события. В ней есть такие функции и аспекты, которых не найдешь ни в одной другой игре. Action от Red Faction. Головоломки от Half-Life. Атмосфера от Star Wars. Качественная графика, хороший звук, далеко не заоблачные системные требования и наличие мультиплеерных режимов. Что еще нужно любителю FPS и фанату вселенной Звездных войн?